Профилактические рейды проводятся на железнодорожных станциях округа регулярно. Однако трагедии все равно случаются. 1 ноября в 5:30 часов у нас произошел смертельный случай. Мужчина переходил пути и не убедился в том, что нету поезда. И в связи с этим произошла трагедия. И как бы в связи с этим проводим профилактический рейд совместно с полицией, с административной пассажирской инспекцией и РЖД. Пассажиропоток на платформе Бица курского направления достаточно большой. Станция расположена близко к МКАДу, и рядом находится автовокзал. Жители Подмосковья часто используют остановочный пункт для пересадки на другой общественный транспорт. На данной станции есть переход, оборудованный со световой и звуковой сигнализацией. Он находится в другой части платформы. Здесь, как видите, только настил есть, и как бы люди ничем не предупреждены о том, что едет поезд. Как бы вот хотим совместно с РЖД проработать вопрос и с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, чтобы здесь установили сигнализацию и светофор. Со стороны администрации Ленинского городского округа будет подан запрос в Министерство транспорта, а также в Российские железные дороги о установке светошумовой сигнализации на данном санкционированном переходе, для того, чтобы людям было нагляднее видно, что поезд приближается, так как станция находится на повороте. Местный житель Павел каждый день пользуется этой платформой для поездок на работу. Рассказывает, чтобы пройти через железнодорожные пути, пассажиры чаще всего используют именно нерегулируемый переход, в основном, чтобы сэкономить время. Если один поезд здесь стоит, я знаю, что точно тот оттуда не пойдет. Я как бы быстро просто перебегаю, потому что мне здесь удобней. И как бы это все побыстрее получается. А так пользуюсь каждый день туда-обратно. Во время мероприятия участники рейда проводили с пассажирами профилактические беседы, напоминали о соблюдении правил безопасности и раздавали информационные листовки. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.